Итак, обещанный Kia Rio в исполнении X-Line. Ну, как вы видите, в принципе, передняя часть идентична седану, то есть тут отличий практически нет, за исключением только нижней части переднего бампера. Появилась вот такая вот накладка декоративная и, ну, некрашенный пластик вот снизу, то есть если где-то немножечко на легком бездорожье цепануть, то, в принципе, бампер, вот эта красочная часть, останется нетронутой, и это очень приятно. По поводу внешности, конечно, мнения ходят разные, особенно по поводу передней части, но, как по мне, так очень динамично, очень современно. По крайней мере, в бюджетном классе вот такой дизайн, ну, я считаю, очень удачный. Что касается боковой части, учитывая исполнение X-Line, некрашенный пластик по периметру, вот такие небольшие молдинги на дверях, они, кстати, очень помогают, когда открываешь дверь и там, не дай бог, задеваешь какой-то вот, ну, бордюр, не бордюр, то есть что-нибудь такое особенно твердое, да, то есть у меня даже в лично моей машине есть небольшие повреждения, когда вот неаккуратно люди открывали, то есть вот эта штука очень классная. Учитывая, что это хэтчбэк, а, кстати, Kia Rio обычный, он предлагается только в версии седан, хэтчбека нету, поэтому тут у вас, в принципе, выбор такой, либо вы берете седан, и он обычный, либо вы берете хэтчбэк, но это X-Line. Так вот, здесь есть рейлинги, и, на мой взгляд, опять же, это очень полезная штука, то есть не знаю, почему бы не делать это практически во всех хэтчах. Ну и, естественно, корма. Она полностью отличается, учитывая тип кузова. Вид такой достойный, спортивный. Ну, вот есть, значит, такой двойной выхлоп по трубок. Он, конечно, декоративный, вот, но смотрится очень неплохо. Ну и опять же, такая вот накладка и некрашенный пластик. Что радует, появилась, в отличие от седана, кнопка открывания багажника. То есть здесь уже не надо бегать в салон там или пульт с собой носить, брелок. То есть здесь можно открыть багажник с кнопочки. Сам багажник 390 литров, он, конечно, рекордов по вместительности не бьет, но вместе с тем для этого класса автомобилей, то есть багажник вполне себе, ну, такого хорошего размера. При этом он, ну, прямоугольный, то есть, соответственно, расположение груза будет наиболее правильно. Есть вот пару таких отсеков, ну, в частности, здесь огнетушитель стоит, можно сюда какую-то, наверное, небольшую баночку с омывайкой там поставить. Вот, значит, под полом у нас даже резиновый коврик еще дополнительно есть, полноразмерное запасное колесо, оно насколько, на 15 дюймов. Кстати, колеса здесь в этой версии, в топовой, стоят 16-дюймовые литые, здесь обычное колесо. Ну, в принципе, больше ничего такого особо в багажнике нету, то есть подсветочка и все, больше никаких прелестей. Значит, полка, в принципе, снимается. Довольно легко, кстати говоря. Не надо заморачиваться. Ну и для тех, кому надо что-то перевести более объемное, без особых проблем, можно сложить сиденье. Есть камера заднего вида. Единственная правда, что от грязи она никак не защищена, поэтому, если вы будете ездить по очень таким раскисшим, разбитым грунтовкам, то, наверное, может закидать грязью. Ну а так, в остальном, очень даже неплохо. Причем, кстати говоря, даже дверь закрывается очень таким приятным породистым звуком. Ну и что касается основной фишки, наверное, исполнения X-Line, это увеличенный дорожный просвет. Он составляет 17 сантиметров, но здесь такая особенность, что эти 17 сантиметров, как в тех данных написано, они измерялись производителем в загруженном состоянии. Поэтому в теории это немножко цифра даже и побольше. Мы тут пытались немножко замерить реальное расстояние от, значит, дороги до нижней точки. Ну, где-то у нас получилось около 18 сантиметров. Так что, в принципе, действительно дорожный просвет несколько увеличен. Линейка двигателей здесь стандартная, ничего не поменялось. Два бензиновых атмосферных мотора объемом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. И второй мотор, вот в частности, который у нас стоит под капотом, 1,6 литра мощностью 123 лошадиные силы. В принципе, агрегаты проверенные, никаких проблем, по-моему, насколько я знаю, с ними особо нет. И, на мой взгляд, вполне оптимальное соотношение мощности и экономичности. Ну и агрегатируются эти моторы, в принципе, с шестиступенчатыми коробками, как механической, так и автоматической. У обеих трансмиссий 6 передач.
Что касается заднего дивана. Значит, здесь я сижу, сиденье отрегулировано под мой рост. Рост у меня 183 сантиметра. В принципе, небольшой запас в ногах есть. Он, конечно, не шикарный, но, опять же, учитывая класс автомобиля, ну, в принципе, стандартно. Стандартно и неплохо. Единственный плюс по сравнению с седаном здесь, то, что больше места над головой. Вот я, например, головой не упираюсь, и даже люди чуть выше роста меня говорили, что, в принципе, головой до потолка не доставали. Это тоже приятно. Значит, что касается третьего седака посередине, конечно, он будет в стесненных условиях, то есть так как места не так много, но, в принципе, на непродолжительное какое-то количество времени проехать тут можно, тем более пол, ну, почти ровный. Немножко, правда, скрадывает пространство вот эта вот задняя часть подлокотника. Значит, из плюшек в нашей комплектации есть из опции подогрев заднего сиденья, он тоже двухступенчатый, в более простых комплектациях, естественно, этого нет. Больше ничего такого здесь нет, ни подлокотник. А, единственное, что есть система Isofix для крепления детских сидений. Это тоже приятно. Что касается динамики, то, как я уже говорил, мотора в 1,6 литра более чем достаточно. Машина не слишком тяжелая, она переднеприводная, разгоняется довольно бодро. Конечно, ни такого дикого вдавливания в сиденье вы не почувствуете, но, опять же, повторюсь, для этой машины, для этого класса динамики предостаточно. Моторы, кстати, здесь цепные, они, ну, довольно надежные, проверенные, вам не придется менять постоянно ГРМ, по крайней мере, до своего ресурса замены цепи. Что касается рулевого управления, здесь стоит электроусилитель. И некоторые сетовали, ну, поездив по площадке, что, мол, несколько легкий руль. Но дело в том, что здесь изменяемое усилие на руле. То есть, когда вы на парковке, для того, чтобы вам не прикладывать много усилий, руль достаточно крутить одним пальцем. С набором скорости это усилие, естественно, становится более такое ощутимое. И, соответственно, более четкая обратная связь на руле появляется. Конечно, опять же, это не гоночный болид, но для, скажем так, кросс-хэтчбека управляемость у этой машины очень неплохая. Подвеска такая очень плотная. Она не жесткая, она не расхлябанная, очень плотная. Это оптимальное, на мой взгляд, соотношение вот управляемости и комфорта. Потому что, ну, немало примеров того, когда машина вроде бы неплохо едет по кочкам, но управляемость от этого страдает просто капитально. Что касается шумоизоляции, то я считаю, что она здесь на довольно неплохом уровне. Она, конечно, возможно, не идеальная. Вот мы сейчас едем на скорости чуть меньше 90 км в час. И, в принципе, ну, особо я не надрываюсь тут с вами разговаривая. Единственное, наверное, немножечко на... Ну, это мы еще проверим. На грунтовке будет, скорее всего, чуть лучше слышно. И один момент, который я заметил, это то, что при таких интенсивных разгонах на оборотах где-то чуть больше 3000, то, ну, звук двигателя проникает в салон. Не скажу, что сильно навязчиво, но, в принципе, он слышен. Что касается материалов отделки, то тут, конечно, жесткий пластик. Особо ждать здесь каких-то премиумных материалов не стоит. Это все-таки бюджетный класс. Но при этом визуально и тактильно, ну, никакого отторжения лично у меня не вызывают вот эти материалы. То есть пластик хоть и жесткий. Кстати, машина российской сборки, она собирается на заводе под Питером. И при этом никаких огрехов пока я не нашел. То есть ничего не бренчит, ничего не отваливается. Не уплотнители, точнее, все элементы подогнаны неплохо, ничего нигде не торчит. У некоторых машин российской сборки я такое раньше наблюдал. Здесь как-то особо не отличается российская сборка от какой-то другой, и это приятно.
Что касается круиз-контроля, я бы эту опцию себе однозначно взял бы, потому что в дальних поездках, а учитывая, что Rio X-Line это такой семейный автомобиль, и в принципе на нем выбраться всей семьей без проблем можно куда-то, а круиз-контроль будет не лишней опцией. Причем здесь круиз можно устанавливать вплоть, ну, по шкала деления в 1 километр. То есть вы можете точно задать, на какой скорости вы хотите ехать. Что хотелось бы еще отметить, я проехал уже, наверное, около где-то получаса-часа на этой машине и совсем забыл про коробку передач. И на мой взгляд, это для нее комплимент, потому что переключается она своевременно, никаких тычков, там рывков при переключениях нет, и передачи подобраны очень неплохо. Еще один момент, который я хотел бы отметить, конкретно у корейцев этого поколения, то, чего, кстати, раньше не было, когда вы едете, на скорости блокируется дверь. Все двери, точнее. И когда водитель останавливается, очень много раз у нас такое было, что надо открыть багажник там или заднюю дверь, и машина не разблокирует дверь, и приходится идти в салон, нажимать кнопку. Здесь эта функция присутствует, то есть двери блокируются. И смотрите, при остановке, то есть когда я остановился, если рычаг селектора в положении драйв, двери не разблокируются, то есть, возможно, вы остались на светофоре стоять или еще что-то, сохранность ваших сумок, вещей обеспечена. Но как только вы переводите в положение паркинг, двери автоматически разблокируются. На мой взгляд, это очень удобно. Вот мы сейчас выехали на очень такую разбитую грунтовку, как ее в народе называют, стиральная доска. Причем степень этой стиральной доски такая очень ухабистая. Подвеска отрабатывает очень плотно, очень плотно. То есть практически нет пробоев, но она и не расхлябанная. Как в народе говорят, не больно ехать по такой дороге. Машинка действительно справляется с этим. И при этом вот я немножечко добавил скорости, и есть опять же чувство контроля над машиной, потому что на данный момент у нас сцепление, ну, так себе под колесами в силу того, что грязь, дождь недавно шел. Вот. Но машинка действительно неплохо чувствуется в плане управляемости, так что соотношение комфорта и управляемости здесь действительно на оптимальном уровне. И по такой разбитой грунтовке, например, которая может быть у вас в деревне, на даче, можно на этой машинке топить, в общем-то, особо не стесняюсь. Честно признаюсь, в начале теста я несколько скептически относился к тому, что этот автомобиль, ну, даже на легкое бездорожье можно так без зазрения совести вывозить. Потому что, в принципе, дорожный просвет, прибавка буквально там сантиметр, может чуть больше. По сути, хэтчбэк и хэтчбэк. Вот. Но за все время наших покатушек ни разу не чиркнул ни днищем, ничем, не знаю, ни бампером даже, хотя свес тут вроде бы довольно серьезный передний. Вот. И даже были моменты, когда я разгонялся, допустим, по грунтовке и видел перед собой яму, начинал тормозить, и вижу, что я не успею тормозиться. И так, знаете, по инерции так съеживался, думаю, ну сейчас либо чем-то чиркнет, либо пробой подвески будет. Ничего подобного, проехала машинка на ура. Разница по сравнению с обычным Rio Sedan здесь 1500 рублей белорусских, это где-то около $700. Но за это вы получаете некрашенный пластик по периметру, то есть, так сказать, паркетный пакет. Вы получаете слегка более увеличенный дорожный просвет, вы получаете рейлинги на крыше и вы получаете кузов хэтчбэк, что, на мой взгляд, более практично, нежели седан, хоть и объем багажника у седана чуть в цифрах и больше. При этом на этой машине абсолютно без проблем можно, как вы видите, выезжать и в лес, и куда угодно. Для молодых людей это особенно актуально, потому что я, например, со своей женой, когда она еще была моей девушкой, часто ездили в лес по грибы, по ягоды. Ночью, правда, грибов и ягод не видно, но тем не менее. Так что этот автомобиль для молодежи подойдет, ну, как нельзя лучше, в том числе и для семьи. Соответственно, вот эти 1500 рублей, на мой взгляд, есть за что переплачивать.